Мешок муки. На базаре Афанди купил мешок муки, нанял носильщика и отправился с ним домой. Переходя по мосту глубокую реку, носильщик захотел отдохнуть и остановился, прислонив мешок с мукой к перилам. Перила подломились, и носильщик с мешком упал в реку. Бурная стремнина поглотила его. Увидев это, Афанди воздел руки к небу и проговорил: «Слава Аллаху!» Прохожие, видевшие, как носильщик утонул, услышав молитву Афанди, стали ругать его. «Как вы можете славить Аллаха, когда человек утонул? Да мусульманин ли вы?» «Вы ничего не понимаете», — отвечал им Афанди. «Я потому славлю Аллаха, что не успел носильщику уплатить. А то пропала бы не только мука, пропали бы и мои денежки».